Всем привет! У нас сегодня на обзоре алюминиевая версия легендарного двухподвеса для кросс-кантри от компании Giant. Модель называется Anthem 29.1 2021 года выпуска. Модели Anthem выпускаются как с карбоновыми рамами, так и с алюминиевыми. Данная версия у нас максимальная комплектация на алюминиевой раме, и в целом она соответствует аналогичному велосипеду с карбоновой рамой в минимальной комплектации. Итак, давайте посмотрим, что это за велосипед, какие у него есть интересные особенности и на каких компонентах он собран. Поехали! Компания Giant изготавливает рамы из алюминия собственной марки, называется сплав Alux. Рама очень интересно покрашена, передняя часть как бы без краски, то есть это алюминий, покрытый темным лаком, а вот задняя часть рамы покрашена зеленоватым металликом, который здорово переливается на свету. Рулевой стакан конусный, имеется полностью внутренняя проводка всех тросов и гидролиний. Крепление для флягодержателя, к сожалению, только одно, но присутствует вот такое отверстие для внутренней проводки удаленной блокировки амортизатора. Фирменная четырехрычажная подвеска компании Giant, которая называется Maestro. Ход подвески 90 мм. Все подшипники в подвеске, во всех линках, даже крепление амортизатора собраны на промышленных подшипниках, никаких втулок скольжения. Воздушный амортизатор от компании Fox. Из регулировок есть скорость отскока амортизатора, красное колечко и синий флажочек, частичная блокировка амортизатора, чтобы он меньше раскачивался при педалировании. Все амортизаторы для этих велосипедов специально настраиваются конкретно под данную модель подвески. Амортизатор с креплением стандарта Trunion. К верхнему линку он крепится через промышленные подшипники, благодаря этому подвеска стягивается очень легко, а сам верхний линк полностью выполнен из карбона для того, чтобы задний треугольник был еще жестче на скручивание. Заднее колесо крепится в раме на 12-мм сквозной оси стандарта Boost. На нижнем правом пере имеется фирменная плотная резиновая защита пера. Имеется на раме крепление для установки переднего переключателя, либо можно поставить верхнюю рамку успокоителя цепи. Вилка воздушная, ходом 100 мм. Это Fox 32 Step Cost. Вилка очень легкая, потому что у нее вот такого плана облегченные штаны. Сверху на левой ноге у нас располагается клапан подкачки воздушной пружины. С правой стороны у нас регулировка высокоскоростной компрессии для того, чтобы вилка меньше раскачивалась при педалировании. И снизу в правой ноге у нас находится уже регулировка скорости отскока. Колеса производства компании Giant. Вилсет называется XCT. Собран он на втулках от компании Shimano. Это серия MT400, то есть втулки полностью на промышленных подшипниках. Обода алюминиевые двойные с внутренней шириной 25 мм. Подходит для бескамерной установки резины. И резина также готова для бескамерной установки. Резина от компании Maxxis. Модель называется Recon Race. Покрышки кевларовые. Шириной 2,25 дюйма имеется защита Exo Protection. Тормоза дисковые гидравлические от компании Shimano. Модель называется MT501. Тормоза двухпоршневые. Тормозные роторы передние на 180 мм, задние на 160 мм. И на втулках тормозные роторы крепятся гайкой стандарта Center Lock. Трансмиссия на 12 скоростей, также от компании Shimano. Уровень SLX, причем как система шатунов, так задний переключатель, монетка и, конечно, кассета все одного уровня. Кассета с креплением на барабан нового стандарта от компании Shimano, который называется Micro Spline. Благодаря такому решению маленькую звездочку на кассете получилось сделать всего лишь на 10 зубьев. Большая же звезда на 51 зуб. Переключатель с технологией Shadow Plus, то есть у нас есть рычажок, когда он опущен вниз, лапка переключателя ходит свободно и легко. Как только мы взводим рычажок, лапка становится очень тугой на страгивание. И цепь стабильно себя ведет на звездах и меньше издает лишних звуков. Передняя звезда на 32 зуба. Зубы переменной толщины для того, чтобы цепь на них вела себя стабильнее и не слетала. Система шатунов SLX. Внутри шатуны полы для облегчения веса. Каретка стандарта Press Fit. Руль и вынос из алюминия. Руль диаметром 31,8 мм. Ширина руля 780 мм. Руль полностью без подъема, то есть flat. Вынос идет с небольшим подъемом вверх. При желании можно сделать руль чуть ниже. Достаточно просто перевернуть вынос, и посадка станет более агрессивной.
удобные мягкие грипсы с алюминиевым лаконом, то есть имеется такое кольцо, которое фиксирует дополнительно грипсу и не дает ей проворачиваться вокруг своей оси и съезжать с руля. Подседельный штырь алюминиевый с небольшим смещением назад для более растянутой спортивной посадки. Причем штырь в сечении круглый, то есть стандартный, диаметром 27,2 мм, то есть в эту раму вы можете поставить телескопический подседельный штырь. Замок подседельного штыря одноболтовой. То есть гораздо проще отрегулировать седло, и для того, чтобы было еще удобнее, нанесена специальная разметка. Спортивное и довольно мягкое седло, но все-таки рекомендуется подобные седла использовать со специальным велопамперсом. Велосипед с рамы размера L и без педалей весит 12 кг 430 грамм. Напишите ваше мнение в комментариях под этим роликом, как думаете вы, вообще имеет смысл сейчас покупать спортивные кросс-контрейные двухподвесы на алюминиевых рамах, вместо того, чтобы немного подкопить денег и купить уже на карбоновый, пускай может быть в более простой комплектации. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты. Для нас это важно, потому что мы хотим выпускать еще много интересных роликов специально для вас. А на этом все. До новых встреч!